Еще один дом, который получил долгожданное преображение с помощью сил волонтеров по проекту Tom Sawyer Fest, стал особняк на Пионерской. В дореволюционное время здание принадлежало семье депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Сегодня он вместе с семьей приехали на место, чтобы в прямом смысле слова прикоснуться к истории и поучаствовать в ремонте родового гнезда. Да, может чуть-чуть ближе. Вооружившись инструментом и природным задором, на один день депутат Государственной Думы сменил душный кабинет на строительную площадку. После своего возвращения в регион Александр Хинштейн решил разобраться в истории своих корней и сделал запрос в областной архив. Как оказалось, с Самарой он связан гораздо сильнее, чем думал раньше. С ремонтом помогают единомышленники – дядя и троюрный брат Александр Шмелькин. Также звали и прадеда депутата, который жил в этом доме со своей семьей и был купцом первой гильдии. Такие предприниматели могли владеть фабриками и заводами. Все это похоже на съемки отличного кино. Почему именно кино? Потому что такие истории я встречал только в кинолентах. И каково это, себя чувствовать героем какого-то фильма? Похоже на Том Сойера, на самом деле. Это работа, которой надо заниматься для того, чтобы этот дом чувствовал себя лучше. Облагораживают особняк волонтеры Tom Sawyer Fest. Это фестиваль восстановления исторической среды. Сами самарцы обращаются к волонтерам либо лично, либо через соцсети. Координаторы осматривают дом, и если он нуждается в косметическом ремонте, например, в обновлении фасада, с радостью приходят на помощь. Ремонт делают на спонсорские средства. Сами жители ничего не платят. В этом году помогать реставраторам приезжали волонтеры из других городов и даже стран. Если немножко его почистить, под слоем пыли оказывается живое дерево, которому еще стоять и стоять, и дома такие могут жить на самом деле еще столетиями. Ощущение своей причастности к городу, к краю, и совершенно другое восприятие того, что ты делаешь. И я многое, что делаю сегодня в Самаре, я как бы соизмеряю вот с памятью о своих предках. Это не первый особняк по проекту Tom Sawyer Fest, который поддерживает депутат. В этом году в порядок привели и дом на Садовой. Александр Хинштейн курирует федеральный проект «Историческая память», с помощью которого старые здания сохраняют свой раритетный вид. Работать в доме, который имеет отношение к своей собственной семье, еще ответственнее, признается политик. Сейчас здесь проживают 6 семей, а также заселена одна коммунальная квартира. Жители приготовили для неожиданных помощников сюрприз. В одной из беседок во внутреннем дворике они нашли старое фото. По предварительным данным, один из молодых людей на нем – родственник депутата. Да, похоже, это мой прадед. Вообще-то было бы очень интересно. Так исторические фестивали соединяют целые поколения людей. Каждый особняк в старом городе таит в себе загадки и человеческие судьбы, на которые Самарский край богат. Мария Левина, Константин Головин. События.